Тортик хочешь? Тортик хочу, тортика хочу. Ну, кушай тортик. Давай лицом в торт. Ну давай, давай, торт кушай. Джек. Ну давай, кушай тортик. Ну давай, давай, торт, торт ешь, торт. Давай, кушай торт. Что? Лицо твое протокольное. Кушать хочешь? Чашку перевернул. Зачем ты чашку перевернул? Джекушка, ты ждешь конфетку, да? А вот мы тебе. Все тут мне перевернул. Посмотри сюда. А не на улицу. Что увидел? Лёва, улыбнись в камеру. Хватит умываться. Лёва, на тебя люди смотрят. Вошёл враж.
Ну все, увлекся, все. Теперь будет час сидеть умываться. Так, ну более-менее. Левик. 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 Морда твоя ленивая. Люба, пельмешки будешь? Кушай пельмешки. Кушай хорошие. Тебе варились. Ну, скушай. Ну, скушай, Лёва. Ну, скушай. Лёва. Ну, скушай. Хоть один пельмень скушай. Лёва злой, как собака. С тобой, смотри, покусает. Это называется охота на птиц.
думает, что я у него отниму. В жаркий полуденный час, когда все люди нашего села работают в поле, хитрая котячья морда пристроилась отдыхать. И причем там, где никто его не сможет найти. Лёва, тебя нашли. Вставай. Кристина! Как любит конфеты.
какой-либо злой. Прикасаться к нему никак нельзя. Что он там делает? Что ты там делаешь за будкой? За домом? Ты что там за домом делаешь? Ну вот, да он там что-то копает, подкоп делает. Не иначе хочет вырваться куда-то. Что за будкой делаешь, Джек? Что ты делаешь за будкой? Лёва удобно устроился в кресле, которое мы недавно сделали. Да, Лёва? Тебе тут нравится? Лёва? Котячье лицо. Хорошо в новом кресле, да? Покушай сметаны. Ну покушай. Ну, хорошая сметана. Лёва. Дай сметану покушай. Ну покушай сметану. Не хочет сметану. Лёва, как тебе птаха? Сейчас клюнет тебя в макушку.
поедание костей. Засекаем время, сколько будет поедаться куриная кость. Ешь, не отвлекайся, время идет. Поедание на время. Кость хрустит. Ну ешь же давай, ешь. Смотри-ка, время идет. Это он брал тайм-аут. К сожалению, в фотоаппарате села батарейка. Все это пикантное поедание нельзя до конца будет записать. Жри давай. Люди смотрят. Ну, половину уже съел, в общем. Нет, Лёва, не справился ты. Разгрыз. Давай ешь. Исчезает во рту. Ешь давай. Треть осталась. Маленький кусочек уже. В норматив не уложились. Обычно поедаем за 2-3 минуты. А уже 4 мы еще не съели. Не отвлекаться. Не отвлекайся. Тебе конфету принесли. Обязательно надо на пол вывалить. Вот интересно, нет, чтоб взял и съел. Надо раз, два на пол вывалить. Три на пол вывалить. Все.
Убери кота оттуда. Он играется. Мы потом ни одного кролика не сидим. Кота убери, пап. Да уходи отсюда, дурак! Вкусное, полезное и здоровое питание. Поедание блинов. Как-то некультурно съел. Неэстетично съел. Джек, отвлекайся. Деликатес кушать, Джек. Это он вафли так ест. Торт Наполеон.
Лёва, рыбку будем кушать? Рыбка приплыла. Лёва, ну, рыбку. Лёва, ну, рыбку скушай, а? Лёва. Морда твоя не хочет. Конфетка. Лимонная долька. Он любит такие. Отошел подальше, чтобы я не отнял. Тут, сказать, сейчас сорта вытянет и сам съест. Да, Джек? Поедание бутерброд. Он откушенный. В пёсий рот лезет. С икрой. С рыбьей. Эх, ты уронил. Ну, откусывай, откусывай. Как резиновый. Кусок масла уронил. Все доел. Все в рот упрятал. Лёва. Вставай. Ну и сытая морда. На солнышке разморила. За усы потаскаю тебя. Сейчас мы его позлим. Он разозлится и уйдет на крышу. Куда хозяин за ним не полезет, да, Лёва? На крышу пойдем, да? Прятаться пойдем.
саранча, конечно, вкуснее кошачьей еды. Исчез. Туда поглубже. Рулетик. Рулета хотим. Вот заглядывать. Пожирай с маком. Люди любят смотреть, как он пожирает. Раскошил, как свинья. Кусай, хозяина, кусай. Кусается. Как кусается. Неподвижно сидит. Кс-кс-кс-кс. На 6-метровой высоте, а? Ты зачем в раковину залез, а? Котик? Купаться любит. Купаться любишь, да? Может, кран открыть? А может, душ? Открыть.
кусается, кусается. Ты зачем забрался на шкаф, а? Кс-кс-кс. Ты зачем на шкаф забрался? Кс-кс-кс-кс. Джекушка, который кусочек ты в рот возьмешь, а? Ну посмотри, какое большое блюдо, а? Ну, ну не стесняйся, Джекушка. Не надо делать такое стеснительное лицо. Ну, давай, давай. Бери, угощайся, это тебе все. Люди добрые подали. Ну, ну какой? Который кусочек на тебя смотрит, а? Ну давай, неси в рот и в рот. Стесняется. Или разжирел, хлеб не хочет. Ну, как знаешь. Колбаска едет, колбаска. Прямо в рот. Ай, как с вилки едим. Культурно, как граф. Все? Так быстро скушал. А спасибо сказать. Джекушка, так почему мы едим, когда не голодны, а? Вот ты ж не голоден, а творожка хочешь. Ай, как хочется. Все, в рот спрятал. Все, и снимать нечего, как не было. Надо ж так быстро слопал. Все во рту спрятал. А спасибо сказать. Холодный. Холодный. Морда твоя собачья. То туда, то сюда, лишь бы не к камере, а как. А, там же еще крошки остались, вот он тянется куда. А да, думаю, спасибо сказать. Поедаем творожок. Творожок. Как мы поедаем творожок? Культурно? Культурно поедаем. Бумажку не съешь, бумажку куда потянул? Ну куда бумажку? Джекушка, а ты выпить не дурак? Водочки. И водочки, тянется к водочке. Тянется, ну давай водочки. Водочки. Не хочешь водочки, а? Ну, честь праздничка, Джекушка. Ну, ну я тебе поставлю, ты потом выпьешь, да? Не хочет. Ну, водочки. И огурчик тебе дай. Джекушка, ты что так проникновенно смотришь, а? Ты что-то хочешь сказать? Леская. Ну скажи. Какая голова большая, кажется. Джекушка, не стесняйся, скажи свое мудрое слово, не молчи, а лицо умное,
Джекушка, будешь кушать йогурт? Био-йогурт. Как тебе его скушать, а? Не отворачивайся, а то коту отдадим. Он такое любит. А меня забрызгает весь. Давай тебе сюда выльем. Нет, так ешь. Кушать будем? Ну, кушать будем. Как бы тебе ее сюда разместить? Вылази, не ленись. Не ленись, вылази. Ты же любишь йогурты. Лёва, ты прилёг отдохнуть-то, умаявшись трудами. Лицо. Кс-кс-кс. Пометил? Да, пометил. Успел. А тут ты еще не пометил. Пошел вон. Проснулся, Лёвик, как ты спишь в таком неудобном месте, а? Среди разного хлама, неудобно чесаться так. Пробуждением. Джекушка, тебе подарок пришел от миссии ОБСЕ. Покажи, как ты кушаешь. Вот всегда нужно сорта вывалить, подумать и потом есть. Нет, чтоб сразу есть. Второй еще, вот второй давай. Тянись. Вот видишь, так вот, этот сорта не вывалил. Как исчезает во рту. С картошкой и грибами. Все, нету. Нету, съел, все. Это чья голова торчит? Это он дверь прогрыз. Джек. Как памятник торчит. Бюст. Ты зачем дверцу прогрыз? Вот тебе нечего делать, а?
Нечего тебе делать. У тебя работы мало. Ты не загружен трудом. Давай, высуни лицо. Вот какая дырка. Дырку какую сделала. И не стыдно тебе, Джекушка. Лёва, а тебе тут не мокро, а? Сытая физиономия. Спрятался от всех. И нежится. Предается праздности. Кто наелся рыбы, а, Джек? Ты рыбы наелся, да? Ты рыба же твоя. Рыбу кушал сегодня. Копченую, вареную и прочую, да, Джекушка? Понравилось тебе рыбу есть? Рыбоед. Какой нос у него длинный, да? Руки. Язык. Джекушка, ты, говоришь, научился с горлышка пить. А ну-ка, покажи, как ты с горлышка научился пить. Ну-ка, давай. Ну, выпей. Эй, ты, Джекушка. Давай. Не хочет. Ну, культурно давай. Вот мы его долго ходили-водили и кодировали от алкоголя. Джекушка, покажи, как тебя закодировали. Будем пить? Ну, будем пить, Джекушка. Тут как пить не хотим. А раньше выпили бы. Не хотим пить. Ну-ка, ну не хотим. Конкретно пить не хотим, да? Ну вот, видишь, закодированный уже. Уже он у нас не алкаш. Вот какой подлый, а? Он как смотрит. Мудро. Уже не молодой. В жизни разбирается. Да, Джек, ты уже в жизни хорошо разбираешься. Тебя учили, учили веником под зад. И научили. Ты теперь знаешь, что лучшее слово – это молчание. Да, Джек? Вот сижу, молчу. Молча зарыл сухарик в землю. Отрыл, скушал, да? Молчит. Молчит. А нос мокрый. Лёва, конфетку будешь, а? Конфетку. Похрумтим конфеткой. А то Джеку отдадим. Ну что нас так разморило? Надо было ему конфету сунуть, пока он зевал. Обсмоктал бы, потом Джеку отдали. Нет, не хочет Лёва конфету. Никак не хочет. Чья морда будет конфету есть, а? Как конфету захотели, а? Тянемся к конфете. И обязательно надо на пол вывалить. С пола вкуснее. Опять на пол.
Все, два раза уже напал. Теперь уже будет вкуснее дважды. Трижды вкуснее. А конфета, видимо, жесткая такая, что зубы люди ломают, если собака не съест ее. Ладно, будем считать, съели. Уже учуял подарок. Какой вкусный подарок, а? И опять на пол. Нет, чтоб сразу съедать. Он такое любит. Руками держит. Будем коту спать не давать. Будем мешать коту спать. За усы таскать. За уши таскать будем Лёву. А, Лёва, спать тебе не будем давать, да? Лёва. Кулаки скрутил. И сонное лицо. Ну, спи, спи. Устал за день. У Лёвы полуденные заботы.
поедание костей. Засекаем время, сколько будет поедаться куриная кость. Ешь, не отвлекайся, время идет. Поедание на время. Кость хрустит. Ну ешь же давай, ешь. Смотри-ка, время идет. Это он брал тайм-аут. К сожалению, в фотоаппарате села батарейка. Все это пикантное поедание нельзя до конца будет записать. Жри давай. Люди смотрят. Ну, половину уже съел, в общем. Нет, Лёва, не справился ты. Разгрыз. Давай ешь. Исчезает во рту. Ешь давай. Треть осталась. Маленький кусочек уже. В норматив не уложились. Обычно поедаем за 2-3 минуты. А уже 4 мы еще не съели. Не отвлекаться. Не отвлекайся. Какой здоровый, какой холеный котяра. Да. Добрый человек. Он да. Он это, и когда его гладят, добрый. А так чужую руку, там если так вот где-то на улице, он шипеть начинает. Ну, значит, уважает соседа, да? Конечно.
У таких людей предощущение работает лучше, чем у настоящих, правда? Они лучше разбирают, кто злой, кто добрый, правда? Потому что тоньше чувствует мир, да? Кисюк. Ну да. Я вот снимаю его вот отсюда. Он даже полностью и не помещается в кадр. Ну да, рожа здоровая у него. Не только рожа, у него все здорово. Шея, вот. О, шея. Угу. О, шея. Во. А на лапах у него еще шерсть растет. Он, блядь, грязный, блядь, пришел. Почему не понимаю? Вот скоро здесь вот шерсть. Как она растет. О. Угу. Шерсть. Он вообще хорошо зиму пьет. Ну, они же зимой это дикие. Помню с дикого кота с этим, с домашним. Они зимой лежат вообще вот там. Так самое интересное, что дикий кот и домашний, знаешь, самое главное это отличие. У дикого кота зрачки круглые, да? А у домашнего они как рисовое зерно такое, знаешь. Вот смотри, видишь, вот это вот шерсть, это дикого кота. Вот, видишь, вот это шерсть. Угу. Вот этот цвет, вот он. Видишь, вот это. Угу. А это с домашней кошкой погулял, уже метис. Метис. Ну, они крупные такие все. Национальность, да. Эти дикие коты, они же здоровые, блин. Смотри, какие клыки у него, блядь. Он... О, ужас, блядь. О. О, какие клыки. Угу. О. О, блядь, какие. Цепится, мало не покажется. Не, ну он так не трогает. Он хороший. 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 Раньше не любил, царапался, когда лапы мыли. Сейчас уже привык нормально. И он знает, чего ли. И этим вот... Бывает, там вот подерут его где-то в драках. Ну, тоже же достается, дерется, конечно. И он это, как его, зеленка его там где-то... За ухом, да? Да, вот за ухом. Тут ему один раз пропустил. Я говорю, что ты, блядь, пропустил? Царапнули тут за глаз. А так он вообще... Ну, он гоняет всех тут, котов. Такой... И причем он, видишь, вот так вот добрый все, а так на улице ко всем... Он мимо не пройдет, каждого затронет, там в драку лезет. О, и у него еще тут бородка тут где-то вот такая вот, вот, где-то вот, видишь? Такая. Светка смеется. Пойдем послушай. Свет. Гигантский лопух. В два раза будет выше моего роста. Вот какие листья огромные.
Это не лопух, а прямо гигант. Чудовищное зрелище. Гигантские листья. Большой лопух вымахал. Вот они какие огромные листья. Чудовищных размеров лопух. Ну, наверное, метра 2,5 он будет. Не меньше, ствол какой вон толстенный. Вот такое большое растение вымахало.